приготовиться! Полминуты до эфира! Прошу, присаживайтесь. Вот здесь. А можно не на самом виду? Я расскажу вам невероятную историю о юноше, который много лет назад приехал в Прагу. Там он увидел тысячи беженцев. Приспешники Гитлера отправляли их на смерть. Как думаешь, что стало с теми ребятишками? Эй, держи. Расскажите свою историю. Эта история не про меня. Мы хотим вывести этих детей. Поездом. В безопасное место. В Британию. Зачем вам это, мистер Уинтон? Я просто не могу оставаться в стороне. Я должен. Беги. Умоляю. Сынок, ты должен это принять. Мы не сможем спасти их всех. И ты точно в этом не виноват. Я доведу это дело до конца. Мы не можем бросить этих людей одних. То, что вы совершили, невероятно. Мы сделали все, что могли. В обычных людях скрыто столько отваги. Главное решиться, силы появятся. Спасая одну жизнь, спасешь мир. И сколько детей вы хотите сюда привезти? Дорогие зрители, есть ли среди вас те, кто обязан своей жизнью Николасу Уинтону? Одна жизнь.